Безопасные и качественные продукты по доступной цене. Минеральные удобрения высокого качества, топливо для сельскохозяйственной техники. Все это производит Продовольственный фонд Чувашской Республики. Продовольственный фонд, мы уже с 2006 года работаем. Очень хорошее предприятие для сельхозтоваропроизводителей. Именно очень хорошие условия. Особенно на весенне-полевых работах они дают 50 на 50 авансирований. 50% мы сейчас по факту платим, а 50% осенью рассчитываемся или зерном, или мясом. Ежегодно предприятие участвует в различных сельхозконкурсах и побеждает. Так, в прошлом году все виды круп чувашского производства Продовольственного фонда удостоены наград международного конкурса «Гарантия качества». В этом году на нашем предприятии открылся новый фасовочный цех. Мы производим в своих цехах 7 видов разных круп – перловую, пшеничную, гороховую, полбиную. Белки, витамины, минералы, аминокислоты – полба очень питательна. Не зря ее называют «черной икрой среди злаков». На территории республики эту крупу производит только Продовольственный фонд Чувашии. В этом году они засеяли ей 80 гектаров земли. Это каша из полбы. Потрясающая, сочная каша с бараниной. Мясо сочное, поварам отдельное спасибо. Ну и, конечно, нашим сельхозпроизводителям за такой вкусный вариант каши. Потому что для здорового питания самый оптимальный вариант – это вот эта каша с мясом. Качественная крупа Продовольственного фонда уже много лет уверенно занимает места на полках магазинов Чувашии и других регионов страны.